Добрый вечер. В эфире «Наши новости» в студии. Работает Тарас Брезицкий. О главных событиях этого дня мы расскажем вам прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Еще 6 случаев коронавирусной инфекции подтвердились в Крыму. Все пациенты вернулись домой из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сегодня мы контрактуемся 500 000 масок по 19 рублей. Мы нашли по 19 рублей. Да, такое чудо. Аксенов запретил журналистам и больным министрам приходить в здание правительства. Напоминаю, что каждый должен помнить о своей ответственности. Если чувствует недомогание, не надо здесь играть в героев. 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Крыму. Заболевшие жители республики, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Подробности стали известны уже после ежедневного совещания по предотвращению коронавирусной инфекции в республике в стенах Совета министров. Кроме того, обсудили власти ситуацию с повышением цен на продукты питания и медикаменты, обстановку на границе с Крымом и закупку медицинских масок. Обо всем более подробно в сюжете Марии Моссур. Четверо заболевших – члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в Арабских Эмиратах. Еще 2 человека вернулись в Крым после посещения Литвы и Бельгии. Все заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение больниц в специальные боксы. У 4 инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У 2 заболевших состояние средней степени тяжести. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционное отделение. Лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц. Ажиотаж на продовольственные товары спал, но цены на них увеличились. Новые ценники можно увидеть на репчатый лук, гречку и рисовую крупу, картофель, сахар, яйца и мясо курицы. На складах магазинов запас продуктов имеется не меньше, чем на 30 дней. Заработать на коронавирусной инфекции пытаются и поставщики медицинских препаратов, которые перестали передавать розничным сетям товар под реализацию, а требуют предоплату. Кроме того, на противовирусные препараты цены выше на 20-40%. Недобросовестных поставщиков в руководстве республики предлагают лишить всех мер поддержки, а название компании и их учредителей размещать в открытый доступ. Не исключено такой вариант, как обращение в штаб федеральный по введению моратория вообще на период указанной ситуации, на повышение каких-либо цен. Я думал, уже давно ввели. Давно надо было ввести мораторий там, или будем ждать, пока 200% будет наценка торговая, тогда будем только начнем шевелиться. По последней информации Минздрава, под динамическим наблюдением врачей находится 811 человек. У первого зараженного коронавирусной инфекцией жителя Крыма наблюдается положительная динамика. Кроме того, профильное ведомство определилось с объектом под размещение обсерватора на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. В случае необходимости он будет обустроен в Керчи. Кроме того, в ближайшее время в Крым завезут медицинские маски. Сегодня мы контрактуемся 500 000 масок по 19 рублей. Мы нашли по 19 рублей. Да, такое чудо. Затем еще 100 тысяч по 30 рублей. Через 2 недели они к нам приедут. 100 тысяч это буквально вот-вот будет. А вот работой межрегионального управления Роспотребнадзора глава республики остался недоволен. Ее Сергей Аксенов сравнил с обязанностями почтальонов. Если просто вы сидите почтальоном, вы с МВД получаете, что-то переписали и даете указания просто органам исполнительной власти, в чем функция ваша, я не пойму. Сергей Валерьевич, списки поступают по 400, по 500 человек в сутки. Ну? Вот, их надо обработать. Нужно. Ну что такое обработать? Зеленкой поближе, что обработать? Ну взяли бумагу, прочитали, 400 фамилий, что там, что обработать? Кроме того, глава республики рассказал о самом эффективном способе в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, распространение вируса продолжается из-за посещения зараженными или подозреваемыми общественных мест. Чтобы победить коронавирус, необходимо изолировать людей на 4 недели. Чем больше контактов, тем больше вероятность его распространения. Что мы там сидим, там рассказываем ситуацию какую-то, можем там, не можем, коллеги. У нас задача что, победить вирус или сказки рассказывать друг другу про либеральную ерунду всякую, которую можем или не можем, что положено там или не положено. Поверьте, сейчас Китай, как страна с диктатурой, быстро победит ситуацию, Европа будет 2 года, сейчас будет в режиме демократии рассказывать всем ситуацию, еще, чтобы там хуже все это не пришло. Нерешенным остается вопрос о дальнейшей работе детских садов, пока они функционируют в обычном режиме. А вот школьники перешли на дистанционное обучение. Помочь провести домой каждому ученику интернет было поручено Министерству информации республики. Мария Моссур, служба новостей ИТВ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложение по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Поручение было направлено в адрес нескольких ведомств – Министерства юстиции, МВД и Минэкономразвития. Предложение необходимо предоставить до 25 марта. Напомним, ранее за введение уголовной ответственности для граждан, которые будут скрывать поездки в Европу, выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Парламент Крыма перешел на дистанционный формат работы. Тем не менее, депутаты продолжают мониторить цены на продукты и лекарства, оснащенность ФАПов и готовность школ к ведению дистанционного обучения. Совет министров также ограничил посещение административного здания. В свою очередь, администрация крымской столицы отменила приемы граждан. Получить консультации или задать вопрос можно в телефонном режиме с помощью почтового отправления или обращения на электронный адрес в социальной сети. Также на входе в здание Департамента труда и социальной защиты населения администрации Симферополя можно оставить свое обращение в прозрачном ящике. Принимаются меры и в симферопольских храмах. Так, Священный Синод рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические меры в приходах и в монастырях, в том числе применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон, которым прикладываются верующие, и использовать одноразовые стаканчики для запивки. В Крымском Совмине прошло очередное заседание правительства. Республиканские власти затрагивали такие вопросы, как развитие малых форм сельского хозяйства. Отдельно коснулись темы резкого скачка цен на продукты питания в Крыму на фоне коронавируса. Как сообщил председатель Совмина Юрий Гацанюк, республика подписала соглашение о снижении наценок на социально значимые товары. Заседание Крымского совета министров началось с грозного предупреждения главы республики Сергея Аксенова. Он довольно строгим образом порекомендовал членам правительства не выходить на работу в случае болезни. На фоне увеличения числа пациентов с коронавирусом это может быть опасным. Напоминаю, что каждый должен помнить о своей ответственности. Если чувствует недомогание, не надо здесь играть в героев. Это будет, наоборот, называться не геройство, а предательство, кто пришел сюда с болячкой. Вот я на полном серьезе говорю. Сидите дома лучше и не разносите по коридорам. Не заражайте коллег. Помимо этого, Аксенов попросил и журналистов воздержаться от визитов в здание правительства без особой необходимости. Причина все та же – противодействие распространению китайского вируса. Есть и другая тема, которую подняли в связи с этим. Люди стали активно сметать с полок продукты. Председатель Совмина Юрий Гацанюк подписал с торговыми сетями соглашение о снижении наценки на продукты питания. Он также предупреждает крымчан – запасаться не нужно. Республика обеспечена товаром надолго. Достаточно в полном объеме, как сейчас заявили наши сетевики, у них на складских помещениях резерв от 20 до 30 дней. Поэтому сегодня жителям Крыма нет смысла переживать о том, что какого-то товара недостаточно. Товара, продукты питания первой необходимости в полном объеме обеспечены, повторяющийся на 30-дневный срок. В производстве продуктов поможет и развитие малого сельского хозяйства благодаря грантам. Фермы смогут помочь в выращивании еды для жителей региона. Поддержка для них выступят власти. Минсельхоз там в контакте находится с сельхозпроизводителями. Надо, то есть, ну, линия обратной связи есть. То есть, надо будет, Андрей Васильевич, вы скоординируете уже эту работу с коллегами. Появляется потребность, возникает какие-то новые направления деятельности. Давайте на селе больше отдавать поддержку. Надо, чтобы люди в сельской местности сегодня не уезжали. Должна быть работа, хорошо оплачиваемая инфраструктура. Немаловажным был и вопрос оформления льготных проездных карт для общественного транспорта с валидаторами. Срок подачи заявлений сдвинули до 1 сентября, чтобы пенсионеры и другие граждане льготных категорий не толпились в социальных учреждениях. Создадим мобильные бригады из работников управления соцзащиты по городам, районам с поселковыми советами по сельским регионам отработаем, чтобы они непосредственно у граждан на дому принимали документы, чтобы пожилые граждане и мамы с детьми маленькими по очередям не стояли. Да, ну, не стояли в очередях, не приходили, не приезжали в органы соцзащиты. Одновременно с этим профильное министерство разработает процедуру максимально быстрого оформления документов, в том числе и на дому. Никита Егоров, служба новостей ИТВ. Правительство Российской Федерации закрыло для иностранцев и людей без гражданства государственные границы. Эти меры не касаются тех, кто имеет вид на жительство в Российской Федерации. На границах при этом продолжит работать пропускной режим, но только на въезд. Все иностранцы смогут свободно покинуть пределы России, чтобы вернуться домой. Для граждан России въезд в страну также остается открытым. Автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной продолжают работу. В случае возникновения вопросов погрануправление ФСБ рекомендует обращаться по телефонам горячей линии, которые вы видите на экране.
А мы продолжаем выпуск. Смотрите прямо сейчас. Театры и Крымский университет культуры обеспечивают себя медицинскими масками своими силами. Вместо концертных костюмов мастера шьют средства защиты. Наша отрасль полностью обеспечена масками. Мы закупили много марли и наши цеха отшивают. Коллегам спасибо тем, кто делает. Да. Рай для романтиков, стресс для ипохондриков. Симферопольские кинотеатры продают билеты по 2 места на сеанс, но продолжают работать. Ситуацию изучит комиссия Минкультуры, Минздрава и Роспотребнадзора. Ни для кого уже не новость, что в кинотеатрах массово снимаются премьеры фильмов. И контент, который выходит новый, его очень ограниченное количество. Дмитрий Черняев переназначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства республики. Накануне на правительственном портале появилась новость о прекращении полномочий Черняева в связи с истечением их срока. Они подошли к концу еще в сентябре прошлого года после избрания парламента республики 2-го созыва. Это технический документ, который издается перед переназначением министра на пост. Дмитрий Черняев возглавил министерство ЖКХ в январе прошлого года, сменив должности Виталия Глотова. До назначения в Крым Черняев руководил предприятием «Сочи-Водоканал» с 2015 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности годовалому ребенку. Тело девочки с признаками гибели в воде было обнаружено 13 марта на территории частного участка, где ребенок проживал с родителями. Следственный отдел по Симферопольскому району установил, в тот роковой день мама оставила девочку спать в коляске во дворе, а сама ушла в дом заниматься делами, периодически проверяя ее. Упавшего в искусственный пруд ребенка обнаружил старший брат, который вернулся из школы и по просьбе матери также выходил проверять спящую сестру на улицу. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые мероприятия для установления полной картины происшествия. Назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства ведомства. Сотрудники Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю обращаются к родителям с настоятельной просьбой: не оставляйте своих детей без присмотра, не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков. Сотрудники ФСБ и Следственного департамента МВД раскрыли деятельность группировки, которая занималась продажей краденных карт отечественных и иностранных банков. Члены преступной ячейки действовали сразу в 11 регионах России, в том числе и Крыму. Данные банковских карт крали через интернет-сайты и платежные системы. Впоследствии их продавали в 90 онлайн-магазинах. В результате обысков по 62 адресам оперативники изъяли более $1 млн, 3 миллионов рублей и оргтехнику, поддельные паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, а также огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты. В результате спецоперации более 30 членов группировки были задержаны. В отношении 25 из них предъявили обвинения по факту незаконного оборота платежных средств. Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении лидера Меджлиса, запрещенной в России экстремистской организации, Рифата Чубарова. Следствие обвиняет экс-депутата парламента Крымской автономии в организации беспорядков 25 февраля 2014 года. Тогда, будучи осведомленным о проведении внеочередной сессии, Чубаров поручил соратнику Ахтему Чайгозу сорвать заседание посредством провокаций, усилиями вооруженных палками и дубинками людей. Задача агрессивной толпы была оттеснить от парламентских стен членов сторонников партии «Русское единство». В результате порядка 80 человек получили травмы различной степени тяжести. 2 погибли. Крымско-татарский Меджлис, запрещенный в Российской Федерации, был признан в Крыму экстремистской организацией Верховным судом весной 2016 года по иску прокурора Натальи Поклонской. В следующем году Чайгоза признали виновным в организации массовых беспорядков. Суд приговорил его к 8 годам тюрьмы. Сам Чубаров после проведения на полуострове референдума бежал на Украину. Сейчас в его отношении расследуют сразу несколько уголовных дел на территории России. Крымский Минкульт решил бороться с дефицитом медицинских масок своими руками. Если средств защиты нет в аптеках, нужно заняться их пошивом самостоятельно. Театры и учебные заведения уже приступили к работе. В первую очередь необходимо обеспечить масками своих сотрудников.
Мы уже неоднократно рассказывали, что в крымских аптеках практически не осталось медицинских масок. Везунчикам удается отыскать антисептики и марлю. Остальным приходится выкручиваться кто как может. В театрах республики, например, приступили к самостоятельному пошиву средств защиты. Об этом на ежедневном заседании комиссии по борьбе с коронавирусом рассказала министр культуры Арина Новосельская. Наши театры сейчас вместо декорации отшивают маски, поэтому наша отрасль полностью обеспечена масками. Мы закупили много марли, и наши цеха отшивают. Коллегам спасибо, тем, кто делает. Да. Сейчас пошив идет во всех крымских театрах, например, в республиканском музыкальном. Работа кипит и в Крымском университете культуры и туризма. Там взять все в свои руки решили еще с прошлой недели. Пока студенты находятся на удаленном обучении, преподавателям приходится трудиться. В перерывах между парами вместе с костюмерами они шьют маски. За день с конвейера выходит около 200 штук. Мы делаем запасы, потому что вы понимаете, что по всем инструкциям маску положено на 2 часа. Каждые 2 часа должна быть смена масок. Поэтому, конечно, мы делаем их запасы. Маски, конечно, не отправляют в мусорный бак после первого же использования. Простерилизовав горячим паром, их можно использовать повторно. Каждые 2 часа сотрудники приносят нам маски свои. Мы их обрабатываем парогенератором, то есть под высоким. И после этого мы можем их еще раз использовать. Поэтому мы шьем не один комплект, а несколько, чтобы было хотя бы 3-4 комплекта, для того, чтобы в течение рабочего дня можно было менять. Крымчанам тоже стоит взять пример с преподавателей университета и театральных костюмеров. Немного марли, ваты, свободного времени, и у вас в руках маска, которая практически ничем не уступает покупной. А с учетом нынешних цен, себестоимость выходит даже ниже. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. Пустующие места, убытки в сборах, однако работа продолжается. Владельцам кинотеатров было рекомендовано приостановить деятельность, но желающие посмотреть кино на большом экране все же находятся даже в условиях повышенной готовности. При этом в учреждениях пытаются создать все необходимое для того, чтобы минимизировать риск инфицирования. Впрочем, власти республики продолжают изучать работу кинотеатров более детально. В Совмине сформируют мониторинговую комиссию, в состав которой войдут представители Минкультуры, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Именно от ее проверки будет зависеть дальнейшая судьба крымских досуговых заведений на ближайшие месяцы. Вчера я не работала, но по отчету тоже где-то человек 25, наверное, за весь день. Такие неутешительные для владельцев кинотеатров цифры называет кассир. В прайм-тайм на сеансе по двое выбирают места для поцелуев. Та ситуация, когда синема действительно удовольствие для двоих. При этом все крымские учреждения продолжают работу с единственной оговоркой. Кое-где количество показов фильмов сократили в несколько раз. Закроют ли и их из-за вирусофобии, пока не знают в администрации кинотеатров. Как бы таких прогнозов о том, что нас закроют, либо еще что-то нет, рекомендовано. Мы слышали, что как бы закрываться, но пока работаем. Особого потока людей нет, 2-3 человека в зале максимум сидит. Людей единицы, но они все же есть. Даниил пришел в кино сам в обеденное время. При этом при себе у мужчины все необходимые средства защиты от коварного вируса. Стараюсь избегать вообще мест скопления людей массовых, но меры профилактики, маска и антисептик ношу с собой. Вот. Стараюсь в общественном транспорте не передвигаться своим путем, вот, а так страшно, конечно. Средства дезинфекции на стенах и в руках сотрудников с клиентами. Максимальная дистанция. На стойке билетной кассы памятка Роспотребнадзора об опасности коронавируса и перечень способов избежать инфицирования. Залы подвергаются санобработке каждый час. Каждые полчаса мы моем руки и сразу же обрабатываем антисептиком. И это мы тоже предоставили нашим посетителям. При этом не секрет, что сейчас кинотеатры работают с откровенным убытком для себя. Существенно влияет на ситуацию и бизнес-позиция создателей кино. К примеру, всемирно ожидаемую премьеру «Бондианы» предварительно перенесли на осень для того, чтобы лента не прогорела в прокате. В Крыму опасаются, что скоро заготовок для показа вовсе не останется. Ни для кого уже не новость, что в кинотеатрах массово снимаются премьеры фильмов. И контент, который выходит новый, его очень ограниченное количество, и мы боимся, что нам просто будет нечего показывать. Но пока мы стремимся к тому, чтобы работать. Крымские власти предварительно порекомендовали, но не приказали кинотеатрам закрыть двери. Сейчас их дальнейшая судьба решается при помощи экспертного заключения специалистов. Вчера, как выяснил город Сикрополе, работают все кинотеатры, особенно отмечается активность посещения школьниками. Поэтому считаю, что сегодня по итогам штаба, как предложение, закрыть
период наших кинотеатров. Не знаю, как добиться, то есть, как бы, результативности на этом направлении. Тем не менее, значит, сегодня поручение отработать совместно от Минкультуры с Министерством здравоохранения, соответственно, с Роспотребнадзором. Отработайте ситуацию с тем, чтобы дать рекомендации, собрать всех без исключения, проговорить с владельцами кинотеатров, соответственно, по режиму эксплуатации. У крымчан не просто забирают зрелище, но и предлагают безопасную альтернативу. Глава республики рекомендует разработать механизм трансляции спектаклей музыкального театра онлайн. Соответствующим проектом сейчас занимается Министерство культуры. Все постановки будут размещены в социальных сетях с доступом в течение 3 дней с момента публикации. Тарас Брезицкий, Артур Добряков, служба новостей ИТВ. На сегодня это все новости. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Желаю вам приятного вечера и всего самого доброго. Берегите себя. До свидания.